Металл против стали. Так называют в спортивной среде предстоящую борьбу. Очередная встреча с противником – шанс на победу, каждый из которых открывает возможность успешно продвигаться уже в профессиональную футбольную лигу. Именно такие цели ставит перед собой команда «Металлург Видное». Катай, Гарди, катай! Оп! Футбольный клуб основан в 2020-м. В нынешнем году его состав полностью обновлен. В турнирной таблице чемпионата Московской области по футболу Лига А наша команда на 4-й позиции. Потенциал игроков, по мнению профессионалов, говорит о возможности продвижения в первую тройку. Так считает и тренер команды Юрий Быков. Если мы займем второе, третье место, то будем профессионалами. Уже перейдем на другой уровень, на одну ступеньку выше. Вот это мы стремимся, чтобы прославлять город Видное профессиональным клубом. Перед предстоящим чемпионатом команда активно тренируется. Молодые, амбициозные, уверенные в себе футболисты 2004-2005 годов рождения являются выпускниками спортивных школ. Все они прошли жесткий отбор сильнейших игроков из большого числа претендентов. Капитан команды, видновчанин Денис Антонов, увлекается футболом с самого детства. Оттачивал мастерство в спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп». Команда вся молодая, все на одной волне. Радуемся, играем, работаем. Все здесь. Ведем вверху таблицы, поэтому, в принципе, для новой команды это очень хороший результат. О том, что команда набирает популярность, говорит и количество болельщиков. Если на первые игры их собиралось до 50 человек, то теперь сотни. А такая поддержка дорогого стоит. Ведь победы ребят пополняют сокровищницу спортивной славы округа. Тамара Обидова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.